Так, я в здание вошел после достаточно продолжительного путешествия по говноканалам с созерцанием вот такой чудесной природы в духе сталкера. А теперь у нас вон видеопередатчик с нашим бывшим начальником Черной Мезы, соответственно, администратор Черной Мезы, который здесь захватил пресловутую власть. Черт, вроде тут какие-то живые инструменты, вот что-то можно нажать. Не, ничего не можно нажать. А, вот тут у меня пополнение здоровья. Значит, касательно ящиков. Это последние ящики, которые разбиваю, потому что в Half-Life 2 все ящики пустые. Может быть, на то и расчет, что человек будет разбивать ящики, и потом поймет, что искать нечего, и вот как только он поймет, что искать нечего, искать уже будет чего. Ну, тут целые арсеналы. Видимо, нас готовят к чему-то, я так полагаю, очень сильно гадкому, что столько нам дают покушать. Это что, книжкой, что ли? Что, заправляемся? Изумительный звук. Все, больше тут ничего нет. Ну вот я просто боюсь, зачем нам так хорошо дали покушать. Согласно философии жизни, это ничем хорошим не пахнет. Ну да, ну да. Значит, мы едем дальше на велосипеде, я так полагаю. Да, там можно проехать. Ну и вот эту всю, получается, конструкцию надо будет штурмовать. Дай-ка вот здесь я посмотрю. Пока никого. Дай посмотрим. А, вот здесь лесенка культурная имеется. Вот она, кажется, где. А, вот по этой лесенке я так заберусь. А, вот, вот же я. Вот мой говноход. Площадка для вертолета, очевидно, или что? Все старое, ржавое, мать моя. Ну, поехали, чё? Чё нам ждать-то? Думаю, что... Да, сядь ты назад. Думаю, что через канал не имеет смысла. Я думаю, что вот здесь имеет смысл поехать. Может, даже по низу. Сейчас попробуем, подожди. Во всяком случае, хорошая пушка тут очень даже пригодится, может. Ну шо, давай сохраним. Не хочет сохранять. Почему ты не хочешь сохранять, интересно тебя знать. Вот. Прекрасно. Сейчас он будет рушиться, наверное. Нет, он не будет рушиться. Собственно, может быть, я здесь то мог бы и пешком пойти. Да, короче, удобно так крушить ящики. Ну, сейчас кто-то будет. Сейчас кто-то будет, ребят. Может, я зря тут попёрся конкретно сюда на своем говноходе. Давай-ка, может быть, вот видишь, там же все перегорожено. Да, то есть мне надо просто сейчас спрыгнуть, я думаю. Спрыгнуть на моем водном велосипеде. И причем вот не сюда. Что это? Что это? А как это вышло? А где он теперь у меня? Вон он. Ладно, там ему и место.
О! О, я лестницу опустил. И что? Чё там? Кто-то стреляет? Дайте тут пройти. Блин, собака. А, тут тоже шлюзы. Это что за шум? Страшно-то как? А, вот здесь, наверное, можно пройти. Все загорожено. К деревьям подойти нельзя. Сейчас будем думать. А, это... Стоп. Там же я уже был, что ли? Может, зря я свалился, конечно. Надо возвращаться там наверх. Возможно. Во всяком случае, вот видишь, вот впереди баррикада. Там пройти нельзя. Проехать нельзя, наверное, на велосипеде, на водном. Поэтому он у меня совершенно правильно. Так, ну звуки какие-то нехорошие. Вот он у меня, видишь, вот здесь было не пройти. Все я здесь правильно сделал. А, давай немножко покатаемся на нем. Вдруг что, все-таки найдется хорошего.